5. Ах ты, бежу. Добегаем. Отдыхаем. Как бы сиял, как бы смел. Такой наклон. Лучше просесть тогда и даже пусть колено, пусть, не знаю, стопа, как угодно. Главное, чтобы он туда не попал. Не надо еще. Пошли, прием, разворот, да, короткий есть. Еще раз, чуть посильнее, да. Хорошо, два. Да, нападающий бежит и вырезает. У нас может произойти противоход. Вот здесь вот важно. Быстрее до удара, за 2 метра, вот где примерно касание нападающего с мячом, мы должны уже стоять. И тогда вот с этим противоходом мы будем справляться. Если мы будем в момент удара остановку делать, мы всегда будем в противоходе, и это усложняет жизнь. Слишком легко. Ты начал отличную попытку, Виолет. Умничка, есть касание, мяч ушел. Хорошо, Диан, переходим сейчас. Хорошо. Пошли. Размялись? Да. Пошли, пятерочку. И. Хорошо. Поднялись выше. Вот отсюда мы начинаем, пошли. У нас одна спаринг позиция, да? Мы контролируем, удар идет. Высоком не жизнь соображать. Ну так не надо держать. Да? Как ты лицо будешь защищать? Лицо можно защищать? Ты можешь лбом сыграть, а тут ты не можешь ничего сделать. Все как в пузо, в пах будет улетать, ты ничего не делаешь. Станьте без рук, не прижимайтесь. Вообще, вот так держаться руками, это запрещено правило. Это не спортивное поведение. Сейчас играю. Готовы? Нет, не сюда. Кто есть смелый, ты кто скажет? Девочки, не отворачивай. Нет, не так. Надейся в меня, но я отворачиваюсь. Я не отвернусь. Маш, скажи, я не отвернусь, но надеюсь, что вас. Я не отвернусь, но надеюсь, что вас. Вот и посмотрим, есть там кто? Смотрите. Хорош, Арина. Раз, два, три, нет добивания, не вижу. Быть первой на добивании. Я не добиваю. Сейчас увидишь, как. Смотрите. Там с той группой мы договорились. Да, состав будет смешан, но надо вас чуть-чуть отравить. Вообще, потому что у тебя... Пим-пим! Телескоп.
неандертальцы познают мир. Ты это начала.